Приветствую всех любителей бокса. В пятницу рано утром на арене Meridian at Island Garden, Майами, штат Флорида, мы увидим довольно-таки плотно собранный Эдди Хирном и его промоутерской компанией Matchroom Boxing вечер, в котором в майн-ивенте Деметриус Андрейд, чемпион мира по версии WBO в среднем весе, в третий раз будет защищать свой титул против Люка Киллера. Это, знаете, тот случай, когда киллер не является киллером. Люк очень хороший боец из Ирландии. У него замечательный стиль, который нравится британским любителям бокса. Это открытое противостояние с нанесением широких и тяжелых ударов с минимум защиты. И это получается, если есть Mexican style, то это British style в его как бы полном понимании, история которого идет еще из эры Баркнаклс, когда просто боксеры обменивались дикими ударами. И здесь мы видим, что поединок зрелищным как раз будет делать Люк, но он же сделает поединок абсолютно неконкурентоспособным. Деметриус Андрейд не будет стремиться кому что-либо доказывать, ни крепость своего подбородка, ни количество динамита в своих варежках. Он будет вести поединок, разбивая Люка Киллера в каждом из раундов. Ну и как только Люк Киллер замедлится и не будет уже настолько плотно и быстро работать по Андрейду, тогда вот Андрейд и превратится в настоящего убийцу и начнет очень акцентированными и тяжелыми ударами разбивать Люка Киллера. Так что исход этого боя — два варианта. Первый. Деметриус Андрейд проходит полную дистанцию и побеждает единодушным решением судей, но велика вероятность того, что после прохождения экватора, ближе к чемпионским раундам, Люк Киллер может проиграть, на наш взгляд, техническим нокаутом. Вот такой вот прогноз. Мы приглашаем вас заходить на наш YouTube-канал, подписываться на него, делиться нашим видео, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Нам очень интересны ваши видения, каким будет этот поединок и каким будет результат боя. Так что ждем от вас комментариев, лайков. И, конечно же, если сможете нам помочь в развитии нашего канала, будем очень признательны. Вам как это сделать, вы можете прочитать ниже. Смотрим бокс, наслаждаемся, ну и помним, где бы мы ни были и что бы с нами ни случалось, все всегда будет бокс.